Футболисты традиционно приветствуют соперников перед матчем. Для капитана одинцовской команды Марка Никитина каждый матч по-настоящему особенный. Ведь спортсмен мечтает выйти на профессиональный уровень и в будущем выступать за «Динамо». Мне не важно, самое главное стать профессиональным футболистом, чтобы тебя знали и просто получать удовольствие от игры в футбол. Сейчас для футболистов 2010 года рождения первенство Московской области – уникальная возможность проявить себя, подчеркивает нападающий команды из Балашихи. Ну, стать лучше, например, показать себя. В юниорском чемпионате участвуют спортсмены от 10 до 17 лет. На этой неделе шестой тур сезона. Сейчас соперник одинцовской школы – Балашиха. Всего в турнирной таблице 12 команд. Одинцова! Одинцова! Для того, чтобы стать болельщиком, необходима вера в свою команду и аплодисменты. Прямо сейчас на футбольном поле передо мной к концу первого тайма напряженная игра против «Метеора». Счет 2-0, но болельщики неумолимо продолжают поддерживать свою команду. Сезон закончится осенью. Победителя определит круговая система. Как спортсмены объясняют, каждая команда сыграет друг с другом. Задача – набрать наибольшее количество очков. Подготовка, она идет у нас с января месяца и вот по апрель. В апреле начинается первенство. То есть к этому времени уже там несколько этапов подготовки, и уже команды должны быть к апрелю, к первенству готовы. Поддержать юных спортсменов может каждый. На стадион вход свободный. Следующий седьмой тур против «Ориона». Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».